5 по 100. Бобруйские выпускники набрали максимальные баллы по централизованному тестированию. В квинтет отличников вошли бывшие учащиеся 19, 20 и 27 школ, воспитанник 3-й гимназии. Лучшие результаты показали по истории Беларуси, обществоведению, белорусскому и английскому языках. Вскоре станут известны результаты испытаний, которые прошли в резервные дни. Отметим, в минувшем году сразу 10 стобальников учились в Бобруйске.